Станция туризма город Бельцы представляет Федерация спортивного туризма и соревнования в городе Полешных, посвященные 73-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. И Владимир Чебан продемонстрирует вам туристические этапы. Первый этап – маятник. Старт и первый этап – маятник. Маятник переходящий. Запомнили, никто не вытягивает. Первый участник судья дает участнику. Прошли, передают маятник. Потеряли маятник, команда все получает штраф и идут пешком дальше. Есть вопросы? Почему нет веревки? Потому что маятник переходящий, так как это первый этап. Петля для страховки. Если ребенок не сможет его перекинуть? Сможет. Не застрянет. Веток нету. Покажите на младшем каком-то. Ну вот, первый участник перешел сюда. И обратно должен мотнуть, чтобы ты уже его поймал. Ну так ты догадался взять и собрать этот угол? Я показываю сейчас, объясняю. Покажи станцию. Маятник переходящий. Нету. Нету, куда ее прикрепить. Здесь везде бетон. Вопросы есть по маятнику? Следующий этап. Травер. Траверс начинается здесь. Разрешите. Самостраховки здесь нету на начало этапа. Здесь вот этот бетон, это ограничительная линия. Стегнулись, пошли. На этапе траверса на перестежке есть два наклонных участка. Вот первый наклонный участок. Громче. И в конце последний участок. Тоже идет наклонный участок. Лицом к склону, только не забудь сказать. Мы на соревнованиях? Тренировка была. Вот, лицом к склону. Судья инспектор. Есть вопросы здесь? Степан Степанович, судья инспектор соревнований. Идут перестрелка. Начальник часа. Последний. Сейчас от наклона еще. Положение рук не страхуется, да? Нет. Мнение, вопросы и так далее. Можно не держать, но если будет палец в карабине, будет штраф. Ваша должность на этих соревнованиях, скажите, пожалуйста. Начальник дистанции. Вот эти нравится, люди самый ставят. Главный начальник. Эти люди очищают лес от поросли. Всем было видно, понятно. Ну, директор станции туризма. Ниса Светлана. Это у нас прямой стрим идет сразу в интернет. Это да. BBC, прямой стрим. Ну, сейчас начинаются интересные участки. Он не сможет идти. Здесь ребята переправу будут делать через овраг. Просто огорожено. Нет, не травится ничего. Это женский персонал турбазы. Просто остался сюда. Так. Конечно. Я сразу обозначил, говорю, что наклоны. Это уже понятно, что вы идете на следующем петле. Мы же на соревнования пришли или на тренировку. Навесная переправа. Тянет тренировка. Это же не оговорено. Наш помешанный нужен. На петле. Ну, это такой. Следующий. Так, давайте еще раз. По траверсу. Есть еще вопрос? Нет. Да. Конечно. Не знаю, а чем отличается от подъема? Должно быть там соревнование, что-то новое. Прям как при просто машине. Этап. Я просто думаю, они же будут ставить перестрелки. А если они будут на петле, а на другой этап? Так где петли у вас? Уста есть. Ус один. А мы же должны отразить. Как один ус? Вообще два уса. Вяжите схватывающий узел, петлю. Сейчас я сюда страховочный узел. Кости ставишь. Короткий участок. Участок наклон. Вот на этих соревнованиях у нас достаточно большое количество детей участвует. Это радует. Вот погода хорошая, весна. Все для того, чтобы дети занимались спортом, туризмом.
и физической культурой. Вот наш импровизированный лагерь, кстати. Ну, там палатки стоят вдали, вот мой автомобиль. Наша кухня слева. Там мы кушать готовим. Вот главный секретарь соревнований. Она занимается всей нашей бумажной нелегкой работой. Секундомеры уже на старте, как видите. Ну и спортивный турист Сергеем Закирничным и станция туризма город Бельцы. И вот наш станция, наш маленький флажок, так сказать. Станция туризма. Город Бельцы. Никита, юный походник, но уже матерый. Вот она, наша полевая кухня. Откроем вам секрет, что в лесу мы не всегда готовим на кострах, а готовим даже вот у нас, видите, газ и маленькая плиточка есть. Включай даже меня уже.